Добрый день, друзья. Ну что, мы на речке. Приехали с утра. На ночь мы не оставались. Не ехали с ночевкой. Сама ночью, говорят, самоклёва нет. Да и ночи холодные. В общем, приехали с утра к Жене. Это 43-й километр перед Русалкой. Приехали с Сашей. С Сашей еще с женой. Молодцы, семейный подряд. Течение очень сильное, на дальнюю дистанцию бросать практически невозможно. 165 грамм груз несет аж бегом при 0,35 леске. Поэтому выбрал среднюю дистанцию. Покормили рыбку. Почин уже был, подлещика взял. Ну, в общем, рыбалка началась. Очередная снасть какая? Четвертая или пятая? Четвертая или пятая, я уже не знаю. Четвертая или пятая снасть. Саня сегодня по снастям. Течение сильное, под берегом как несет, и траву сильно смог, трава садится на удочке, вот она уже на леске сидит. Некомфортно. Такое не рассчитывали, дождя вроде бы не предвиделось. Вот елки зеленые с осенней погодой, осень есть осень. Забагрился. Я смотрю, он так идет, знаешь, как кар прямо. Ну вот гадость мелкая. И опарыш начал расклевывать, ну. Он какие палки несет. И с какой скоростью обалденной, да? Вот это течение. Какая? Шестая снасть? Шестая снасть. Ну ты сегодня по снастям, Санька. Так, длинный поводок ничего не дал. Перейду на короткий. Вот такой поставлю. Посмотрим. Что угодно, ракушки ловятся. Снасти у Саши. Вот только кроме рыбы. Рыба почему-то не ловится. Сильно несет всякую срань. Так несет, что... Ой, просто некомфортно ловить. Течение сильное, очень сильное. Поэтому выбрал такую тактику бросать за первую бровку. Забрасывал горох вот этой лопаткой. С руки, считай. Ну и чуть-чуть взял. Напарник вообще это само за целый день поклевку не видел. Это вообще кошмар какой-то. Соседи он тоже само два или три подлещика взяли. На том берегу люди, смотрю, стояли. Уже это само начали разъезжаться. Вообще уже никого нету. Само места свободные. Ну, как нету? Есть люди, но мест очень много свободных. Клёва сегодня вообще нет. Давление высокое. Течение сильное, давление такое, что оно мозги самого давит. Я представляю, как рыбе плохо. Макушатник сработал с руки. Два подлещика взял на него, на свою макуху, семечковую. А на крючке был горох. Вот это самый скромный мой улов. Судя по самому, потому как люди ловили, это еще и нормально. Все, друзья. Будьте здоровы, не хватает чешуи. До скорой встречи. Пока-пока.